обязательно перед кормлением собаки, обязательно корм надо попробовать самому. Обязательно. Вот, иди корм. Ощущаем вкус его. Вот если он действительно соответствует стандарту, запах хороший, то только тогда даем и кормим собак. В противном случае все съедаем сами. Понятно, да? Обязательно. Это советы опытного, бывалого собаковода. Вот я его ем. Ощущаю вкус булки. Булки сухой. Костной муки, конечно. И какого-то еще дерьма. Че ж таким кормом кормишь собак? Плохим. Я хуже ем. Я хуже ем. Я ем репку и брюху. Так, ребятки. Ну что, давайте кушать. Издевается над животным. А так, всем советую. Меня еще быстрее едят. Кормите из так. Двух мисок. Я всегда по-коллективно. А я одной руки, в левой одну руку удержу миску, в правой другую. А этот тоже у меня ест вместе со всеми. Ну, она же тогда. Потому что иначе он там сидит нафиг и ждет. Думает чего. Думает. Козел стреляет. Палит. Как я похож на Дон Кихота? Смотри на меня. На Дон Кихота. Ты похож на придурка.